хика наши ноги. Это у нас перепрыг. Тара, тара. И получается. Раз, два. Дальше мы кладем руки на базу и перебегаем. То есть 5, 6, 7, 8. Распрыгиваемся. И у нас руки делают небольшой круг. Дальше левая приходит на грудь. Мы спрыгиваем. И идет небольшая волна от груди. Также у нас руки была здесь, появляется вторая рука, и мы как будто что-то стряхиваем, при этом у нас руки опускаются. Так, да? Дальше ведем нашу ногу, и вторая делает кик. Вместе с этим работают руки, то же самое траектория, то есть мы ведем нашу руку, дальше меняем, и правой мы что-то бьем. Та-да, та. Ставим левую, правую, выставляем нашу правую руку, и мы как будто нашей рукой задвигаем коленку. После мы спрыгиваемся, поднимаем ногу и как будто делаем удар. Та-та. Ставим, распрыгиваемся и бьем правым коленом, правым плечом. То есть наши руки. Дальше мы раз растем, у нас ноги собраны. Когда второй раз у нас мы делаем движение руками, мы также распрыгиваемся. То есть так, так, спрыгнули, свели наши руки. И делаем шаг на левую вперед и выставляем противоположную руку. То есть так, так, да, так. Распрыгиваемся. У нас работает левая колено. Противодействие у нас работает правая рука, левая рука, то есть тара, та. На выбе мы спрыгиваемся направо, потом на носочках меняем левую сторону. Руки у нас противоположны, то есть мы как будто себя разворачиваем. То есть выбе. Дальше, руки. Мы отмахиваемся, сводим их вперед и достаем их по бокам. Ноги. Мы делаем замах, перепрыгиваем. То есть та-та, ставим левую вперед, дальше мы делаем правую, левую. Если соединяюсь с руками, то та-та-та-та. И мы оказываемся боком. Третья часть. Мы делаем шаг на правую, и вместе с этим мы как будто показываем что-то. Так, правой рукой. Дальше на левую. Мы выступаем, хватаем левой рукой нашу правую. И делаем шаг в сторону, ведем нашу руку. Так. Дальше у нас ноги не работают. У нас работает рука. Мы сначала ее выводим к правому виску, потом к левому виску. То есть так, да. Спрыгиваем на крест, так, чтобы у нас была левая нога спереди. И мы как будто держим шляпу. То есть так, так, так. Распрыгиваемся на две ноги и делаем слайд правую сторону. То есть у нас было та-та-та. После этого мы спрыгиваемся опять же на две ноги. Волна. Достаем два пальца, как будто показывают два. Правая ножка у нас выходит вперед, и с этим отклоняется корпус. То есть так меняем и корпус возвращаем обратно. То есть та-та. Он уходит не вперед, а просто возвращается в статичное положение. Переход. Четыре счета. С какой ноги не важно, главное, чтобы у нас была левая нога спереди. Здесь меняется центровая партия и ребята по бокам. У них идет правая рука сверху, потом поднимается левая, правая опускается, и мы задвигаемся. Угу. Соединим все это под счет. У нас идет 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять.
6, 7 и 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соединим все это под 50, 70, 85 и 100.